Похоже, Песков знает больше, чем мы. В частности, похоже, он знает, что уже отдано распоряжение армянскому руководству из Вашингтона покинуть Евразийский экономический союз, делать это демонстративно в момент, когда Армения председательствует в союзе, то есть нанеся максимальный репутационный ущерб Евразийскому экономическому союзу. То есть вот так это понимается. При этом очевидно, что Евразийский экономический союз для Армении выгоден. Армянская экономика получает довольно серьезную подпитку от ущерба со стороны Евразийского экономического союза. И по этой логике, конечно, Армении невыгодно покидать Евразийский экономический союз, но администрация Пашиняна не будет руководствоваться вопросами, ну, выгодой или невыгодой. Они занимаются чистой политикой, чистой, да, без экономики. Я думаю, что Армения выйдет из Евразийского экономического союза. Это будет сделано под лозунгом «Пути в Европу», ЕС. И в этом смысле, конечно, для России это неприятно. Неприятно, потому что армянская экономика поддерживалась, эта поддержка давала людям работу. В результате это все работала и на Пашиняна, который мог похвастать, что, несмотря на военное поражение, экономическая ситуация неплоха. Ответ Пескова и официальная позиция Еревана показывают, что предстоит мелочный торг, что Ереван будет выклянчивать уступки у Москвы, экономические уступки, прежде всего, я предполагаю. И в результате только на основании как раз получения этих уступок может остаться.